не знаю я, есть ли главная весть судьбы любви. Колыбельная, не поминальная, колыбельную я забыть успел. Только помню то, что она была, пела мама мне, будто ангел белый. И хотелось от ее тепла. И опять везде, и опять в зиме, и опять зайдет солнце рыжее, поминальное, не спеши ко мне. Все равно тебя не услышу я. То наплывет боль, то отпустит боль, отчего болит, сам не знаю я. Если главное есть в судьбе любой, не спеши ко мне. Главное было, чтобы объединить. Не чтобы люди просто выступали, а чтобы они друг от друга подпитывались. Вот это я почувствовал самое главное. А я с ним познакомился, по-моему, год 96-й. Это было в Будапештской улице, там как это и объединенные две квартиры. И вот там меня пригласил туда Виктор Иванов. Виктора Иванова не стало в 12-м году, мне как раз в том году исполнилось 50 лет. И на похоронах Виктора Иванова мы как-то ближе потом после этого сошлись с Адамом. Он приглашал меня на вечер Высоцкого, который он проводил, у меня небольшая подборка его стихов. И пригласил потом сюда. Ну вот, наверное, вот так вот у нас и остаются эти люди. В общем, жизнь свою отдал другим, отдал возможность людям, которые, ну, может быть, немножечко не состоялись. Они могли бы что-то достигнуть, им бы хотелось показать свои возможности. Вот. И отдам этим многим людям, дал такую возможность, собирая у себя вот эти вечера. То есть он отдал жизнь. Он жил не для себя, он жил для других. Не знаю, много ли вы таких людей, роясь в памяти, сможете встретить. Я очень много людей, но, честно говоря, я второго такого я не знаю человека, вот, абсолютно человека, которому ничего. Он иногда был, так сказать, недоволен, иногда, так сказать, ругался, но все равно он на всех прощал. Личная жизнь моя тоже состоялась благодаря Адаму. То есть все Адам. И то, что вот он ушел, я думаю, что и в нашей памяти он очень долго будет. Я даже не знаю. Я когда думал, когда ты будешь умирать, вот у тебя уже последние минуты, кого ты будешь вспоминать? Я всегда говорил, ну я буду вспоминать любовь, буду вспоминать своих так, женщин, которых я любил, которыми я был счастлив. Вот я, наверное, все-таки ошибаюсь. Я отдам обязательно вспомнить. Давайте мы его помянем. Это не важно очень. Не честно. Ушел из жизни большой человек. Это настоящий общественный деятель. В отличие от многих известных антиобщественных деятелей. Пускай его мало людей знало, то это настоящий общественный деятель. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, что я бы хотел сказать об Адаме. Я там написал, кто видел ВКонтакте, я немного повторюсь. На самом деле об Адаме можно говорить бесконечно. Ну, я думаю, вы немножко потерпите. Я буду только о нем говорить, не о ком другом, только о нем. Второе, это редкий человек, к сожалению, можно говорить, очень редкий человек, который только отдавал в жизни, он никогда ничего не брал, он только отдавал. Таких людей очень мало, поэтому он уже этим тоже уникален по-своему. Я хочу сказать, что Адам был как большой взрослый ребенок, потому что у Адама всегда, он был и капризным, он был добрым, он бывал и злым иногда, но у него всегда оставалось вот это детское чувство, он очень любил людей. И, честно говоря, он никогда ни на кого не злился. Поэтому, если у кого-то когда-то с ним были конфликты, потому что, ну, я это немножко позже еще остановлюсь, на этом хочу сказать, не надо на это обращать внимание, потому что таких людей уникальных, конечно, такие вещи бывают. Такие вещи происходят. Такое бывает. Теперь вот, я еще потом немножко вернусь к нему, скажу. Теперь вот очень важный момент, то, что произошло. Дело в том, что Адам
сожалению, это глубоко одинокий человек, у которого практически никого родных не осталось. Он, правда, рассказывал, что сын у него в английском парламенте, я не знаю, так или не так, и кто-либо, наверное, это подтвердить не может сказать. Отец у него был известный дирижер отъезда, очень известный человек. К сожалению, он его никогда не видел, он только знал фамилию. Мы с ним пытались найти какие-то корни, ничего не получилось. К сожалению, ничего не получилось. Вот Володя знает маму, знал. И, конечно, Володя один из самых первых, кто вот это знал Адам. Да. Здесь возникла такая большая проблема, чтобы вам было понятно. Вот в этом помещении я хочу сейчас вспомнить о Свободе Павловне, которую мы с вами провели вместе все последние годы. Это удивительных два человека, которые вместе нашли друг друга, нашли вот это место, нашли. И вот здесь возникла очень большая проблема, которую я сейчас вам хочу небольшую такую вот открыть, такую вам эту загадку. Дело в том, что возникла вот какая проблема. Дочь Свободы Павловны Лена, вот Лена здесь присутствует, к сожалению, она нас практически никого не знала никогда. И мы ее никто не знал никогда. И когда вот это все произошло, а произошло это в 3 дня всего лишь, Лена, конечно, приняла участие. Лена приняла участие, когда ему нужно было переезжать. Кстати, он многих спросил, как ему никто не смог помочь. Лена это сделала. Лена взяла на себя ответственность практически незнакомому человеку организовать похороны. Это все сделала Лена. Я считаю, что Лене надо сказать большое спасибо за то, что она сделала. Большое спасибо, надо сказать. Это следующее. И можно еще много говорить, можно много вспоминать об Адаме, говорить. Как сказал Володя мой, дело в том, что Адам знает полгорода, вы это прекрасно понимаете. К сожалению, очень часто бывает так. Вот Свобода Павловна не стала когда, а она воспитывала очень многих известных музыкантов. Ну, в частности, Шнура, того же Шнура. Шнура где-то написал в газете, вот у нас была, у меня была Свобода, значит, мы со Свободой вместе были друзьями. Но Шнур не приехал. Вы знаете, была такая, у нас был общий знакомый, я вообще могу говорить долго, но я постараюсь долго не говорить. Это вы, наверное, знаете Тугель Александр Абрамович. Да. Который известнейший аккомпаниатор. Который аккомпанировал Леониду Утесову, значит, Изабеллу Юрьеву аккомпанировал многим-многим другим. Ему было почти 100 лет. Когда мы с Адамом его хоронили, пришли в крематорий, там было всего 15 человек. Это очень жалко. К нам подходит какая-то женщина и говорит, ой, это из Ленконцерта. Мы говорим, нет, из Ленконцерта даже никого не было. Я считаю, что таких людей, как Свобода Павловна, как Адам, конечно, они должны быть. У них колоссальное количество людей. И то, что вы пришли, вам спасибо, что вы пришли. Потому что самое главное – попрощаться с человеком. Мы это сделали с вами. Вот это самое-самое главное. Да. Ну и потом, может быть, я вспомню, еще что-нибудь скажу. Но вот это вот те моменты, которых я хотел... А, вот и последнее хотел сказать. Вот у него много моих друзей, знакомых москвичей. И вот Володя Никифоров, который он актер, московский актер, он написал такую фразу. Написал, правда, не... Кажется, на странице у него где-то там в комментарии написал так, что ушел один из последних людей, один из последних интеллигентов и людей вот, общества. Я считаю, что он правильно написал, потому что на самом деле интеллигенция, она просто умирает сейчас, к сожалению. Ну что сделать? Вот так, он правильно, я его, конечно, поддержал. Поэтому давайте, чтобы душа Адама, я могу о нем много говорить, потому что мы были очень близки с ним. Вот, давайте выпьем, чтобы его душа покоилась, чтобы он... Миром жил, это был большой человек. Я просто хотела сказать, что вот Саша правильно сказал, что он немало знакомый человек. Это неправда. Ну, в смысле, не то, что неправда, просто Саша не в курсе, и вы не в курсе. Дело все в том, что как только Адам подружился с мамой, у него там возникали разные трудности, в которых я как бы помогала ему. И я бы не сказала, что я его мало знаю. Наверное, больше, чем я, никто его быта не знает. Как он жил в быту, этого никто не знает. Потому что никого он практически не допускал к себе в дом. Кроме меня. Поэтому говорить о том, что я его мало знаю, я его знаю очень хорошо, очень неплохо. Поэтому, когда маме было плохо, и она находилась в больнице, Адам был единственный человек, которого она пригласила в больницу, который сам приходил, как некоторые товарищи. Которого она позвала. Это был единственный человек. Она сказала, позови моего друга. И когда я ее спросила, какого друга, потому что людей, как я считала, у нее много, она сказала, моего единственного друга, Адама. И я его позвала. Поэтому, как сказать, вот когда ему стало плохо в эти последние 3 дня,
он, естественно, позвонил мне. Я единственный человек, который имел ключи от его квартиры, он никому никогда не говорил об этом, и я никогда не говорила, но вообще об этом не распространялись. Значит, когда ему стало плохо, естественно, приехала я сразу, как только он позвонил. Я пыталась вызвать врача, он не давал. Он категорически отказывался, при этом он мне говорил, что ты хочешь, чтобы твою маму убили в больнице, ты хочешь, чтобы меня убили в больнице. И, в общем, поэтому я не вызвала ему врача сразу, потому что врачи у нас, к сожалению, если человек не хочет, они это как бы пациент знает, да, что ни госпитализировать, ничего они не могут. Я тогда попросила его принять знакомого врача. Знакомого врача он принял. Но вот в пятницу была врач, которая сказала, что да, вот надо сдать анализы, потому что так не видно картину. У него ничего не болело. Единственное, что он говорил, я очень быстро устаю. Ну вот, никто не... То есть я не думала, что так, что у него сахарный диабет. То есть никто этого не знал, и он сам этого не знал. Если бы мы хотя бы догадывались, то, конечно, предприняли какие-то меры. Но вот у него случилась вот эта диабетическая кома, из которой он, к сожалению, не вышел, потому что был очень слаб. Причем он ослабел буквально за два дня. Я до этого приезжала, я же его там, ну, периодически убиралась у него и готовила ему то, что он хотел, то есть это только бульончик в основном. Потому что вы сами знаете, Адам очень был щепетильный в отношении еды. И когда он никому ничего не позволял покупать себе, так вот, только единственная картошка с печенкой, которую я сегодня тоже для него, как бы, ну, в смысле для вас, но ради него, скажем так, ради его памяти, да, приготовила. Вот. Очень жалко, что он ушел. Я считаю, что он очень рано ушел. И если бы он раньше попросил о помощи, наверное, можно было что-то сделать. Но, к сожалению, вот он не сказал, когда надо было. Вот давайте помянем еще раз. Пусть ему землявый тихо и светлое ему память. Значит, он с прахом, скорее всего, будет захоронено на Серафимовском кладбище. Там сейчас есть... Да, конечно, я всем скажу, когда я туда повезу, когда я там все вопросы решу и туда повезу. Я даже позвоню вот Саше Травину, он в Адама... Страницу. Короче, да, на его страницу он разместит, когда будет урна туда отвезена. Я к тому, что, значит, скорее всего, это будет где-то, у него будет 40 дней 2 марта. Я думаю, что это вот к этому времени, скорее всего, будет. Если я успею раньше, значит, я успею раньше, я сообщу тогда. Так что вы не переживайте, вы все будете... Спасибо. Да, а 2 марта я вас как бы приглашаю на 40 дней. И думаю, что, скорее всего, уже на кладбище. Спасибо большое. А к свободе полный 6. Значит, да, еще хотела вам объяснить. У меня была мысль похоронить его к свободе полный, но, к сожалению, там закрытое кладбище, и там даже подхоранивать урны можно только с разрешения губернатора. Поэтому, так как мы... еле-еле умудрились похоронить Свободу Павловну там, да, в могилу деда, то я думаю, что урну чужого, ну, как бы, не родственники, да, понятно. Документов никаких я не могу предоставить, я не смогу ее там, его там захоронить. Поэтому на Серафимовском, потому что все остальные родственники, кроме деда и Свободы Павловны, у нас захоронены на Серафимовском кладбище. Поэтому я думаю, что вот, ну, как бы для меня это удобно, чтобы есть Свободы Павловны 6 февраля, а у Свободы Павловны 6 февраля, ну, в клубе, как бы, вспоминать ее. Так что, кто хочет, пожалуйста. А на кладбище? На кладбище, да. На кладбище, я думаю, что часам 12, если хотите, пожалуйста, приходите. Значит, да, я думаю, что часам 12 приходите на кладбище, я буду по возможности буду ждать около ворот. Там беседка, знаете, помните? Нет, там на кладбище, а только одни ворота. Нет, ворота на территории монастыря, это одни ворота. А там еще внутри есть ворота на кладбище. Давайте управим. Давайте управим.
давайте его проводим. Кто хочет, пожалуйста, приходите на 12 часов. А вечером здесь мы будем. Немножко нехорошо, мало народа. Ну, сразу видно, сколько народу вот пришло помянуть его. С Адамом я знаком был лет 7-8 назад, здесь мы познакомились. Такого человека, я думаю, еще не родилось. Как вот Свобода Павловна была, это она так меня любила. За неделю до смерти вот здесь я и пел песню, телевидение снимала, «Муравья». Жора, вот завтра, у нее было день рождения, она завтра приходит, телевидение будет снимать, мне споешь «Муравья». И я вот ей пел, она сидела, и это по телевидению, да, канал «Стоп». Адам является продолжателем, да? Они так дружили, помните, вот этот портрет последний раз висел, как они во мне? И Адам продолжил вот это вот. Уникальные у них способности были организаторские. Несмотря на то, что Свобода Павловна была великолепной артисткой, да, помните, она на фортепиано играла. У Адама этого не было, да, он не пел, там, ни стихи, ни пел. Но вот как он собирал людей на здесь, да, он каким-то чудом, вот, позвонит мне, вот, день рождения последнее, кто был здесь, мы веселились, я пел, он выплясывал, да, вот, день рождения. Позвонил, значит, Георгий. Приходи на день рождения, давно тебя не было, пригласи. Я сказал, у меня тут работа, туда-то. Он говорит, слушай, ты же в десятку самых лучших моих друзей ходишь. И я сразу, да, расставил, обязательно, говорю, приду, да, и это. Вот мы пришли, значит, сколько его просьбы я не игнорировал. Когда он просил выступить там в библиотеках, там на Пушкинской, вечера тематические, там, везде, где он говорил, я старался быть, исполнить по его. Он даже мне тематически вот там танго, да, этого, как его, всех, помните, да, каждому задание давал, давал пластинки, вот эти диски. Вот, Жора, отсюда три, вот там, яблочко, да, это... Морфисии, там всех. Вот у него все это было. Дальше мы с ним в гости ходили, вот Эдуард с Америки, как его? Тоже поэт, да. Да. К нему в гости с ним ходили. Ну, смотрите, какой талант, да, собирать людей, собирать вот эти все, да, песни известных, да, актеров, вот это все. Очень он любил Высоцкого. Если бы не сегодня он так резко нас не покинул, очень резко, да, покинул, жалко, то мы бы сегодня собрались на вечере, ну, вчера, или он бы собрал уже на, да, 25-го день рождения, он бы, вот, за год до этого я пришел, тоже был, он бы сюда собрал нас здесь уже по этому поводу, правильно же, да? Ну, что делать, к сожалению, все мы будем там когда-нибудь, кто-то раньше, кто... Но память добрая о человеке останется в наших сердцах. Давайте его помянем и будем всегда думать, Адам жив, он с нами. Спасибо. На самом деле, обычно остро ощущается утрата. Вот. И такой маленький комплекс, комплекс вины, в плане того, что недостаточно уделил время человеку. Ну и в то же время начинаешь ценить живых, в плане того, что все мы не вечны, на самом деле. Я хотел сказать, ну, у каждого своего мировоззрения, да, как бы, хотел сказать, что Адам, он, наверное, был, знаете, такой ловец душ человеческих. То есть мы, на самом деле, здесь все присутствующие являемся ему родственниками. Может быть, не кровными, да, а вот именно душевными. Кто-то ближе, да, по родственной связи был, кто-то дальше, кто-то старше, кто-то моложе. Ну, вот. Но, понимаете, имея такого родственника, жизнь прошла не зря. Вот и Свобода Павловна тоже, понимаете, это вот когда прикоснуться к прекрасному, я считаю. И вот Адам, вот он был таким, и вот, мне кажется, остается вот это чувство, что я жил. Ну вот, собственно, все. То, как мы воспринимали Адама, это все очень близко и одинаковое у всех. Ну вот здесь вот, о чем я хочу сказать, вот,
Ну, говорят, что он все отдавал для людей. Человек был в служении. Это, ну, практически монашеское служение было. Вот тому вообще делу, искусству и объединению людей. Но вот я это особенно сильно почувствовал тогда, когда так довелось, что потом просил у него починить дома телефон, и я попал к нему домой. И вот тут я на самом деле осознал весь масштаб его личности. Поэтому до этого я с ним познакомился как с организатором встреч музыкантов, поэтов, интересных людей, вечеров всех. То есть это внешняя сторона, которую мы все воспринимали вот так, да, и все это прекрасно знаем. Но вот этот контраст, то есть вот этот аскетизм его жизни, то, что я увидел у него дома, да, когда чинил там этот телефон, вот эта вся ерунда, вот тут я понял масштаб его личности. То есть это вообще очень непустые слова, что человек всего себя отдавал людям. Всего себя отдавал людям. То есть он был весь для людей. Весь для людей был. И таких людей, это, может быть, так не очень хорошо говорить, что я собираю коллекцию выдающихся людей, да, в своей памяти, в своей душе. Вот у меня есть коллекция, так сказать, великих людей, с которыми мне довелось вот в своей жизни встретиться, которые оставили очень большой след в моей душе и в моей жизни. Вот Адам относится к этим людям, то есть он занесен в этом ряду стоит. Поэтому давайте его помянем, потому что это, ну, вот таких людей, их, это бриллиант, их просто нет, их очень мало. Я не знаю, кто теперь может перехватить вот эту эстафетную палочку, да, то, что нес Адам, да, то, что он делал, кто вот это сможет сейчас сделать. Помянем давайте Адама. Мир. Светлая память. Ну что, буквально на днях прошел день рождения. Вот, собрали все его знакомые хорошие. И он действительно, как вы говорили, он очень здорово отметил. Вот, и себя вроде чувствовал довольно хорошо и четко. И вдруг такое произошло событие. Я сейчас прочитаю просто стихотворение, посвященное его дню рождения. Вот, который, когда я писал об этом, и не было даже и мысли, что его может не быть. Как в реке бурлит вода, и летит за веком век, так проносятся года, и взрослеет человек. Повзрослел на год Адам, и еще седее стал. Длинный волос с головы, конкурент для бороды. Ведь не зря он стал Адам. В Рождество и в тот же день Бог родиться тебе дал. Ты святой у нас теперь. На день рождения Адам, в день 7 января, мужиков позвал и дам, всем желанием, всем весь желанием горя. Всегда тихий и спокойный, концерт слушает в углу, ведет себя достойно к тем, кто порит ерунду. Создает концерты рьяно, в книгах жизнь его прошла, но обрел он вид цыгана, и пошли тогда дела. Любит бардов, балет, пляски, но теряет свой покой. Слышит песни, звук прекрасный, наш Ульянов дорогой. Он был лучший друг свободы, помогал ей, дорожил. Брал себе ее заботы, на балет ее ходил. Дело в том, что, может быть, присутствующие в зале, очень многие из вас мало знают меня, и, может быть, впервые видят. Но, тем не менее, я хочу сказать, что Адама, если вот не даст мне память соврать, наверное, я его знаю лет 10. И даже больше. Даже больше. То есть, ну, моя встреча произошла с очень замечательным человеком, благодаря нашей замечательной Свободе Павловне. Я познакомился с своим великим товарищем Суреновым. Вот все присутствующие здесь в зале, с которыми я рядом сижу, они именно всегда присутствовали на всех замечательных вечерах, где происходили чудесные, замечательные капустники, где мы выражали свою любовь к жизни, пели песни, танцевали, плясали. Это были удивительные вечера. Затем просто вот я встретил этого замечательного, удивительного человека Адама, который
периодически просто по происшествии каких-то праздников он просто обращался, звонил: «Игорек, приди, там поиграй на крутых». И не было даже мысли, да, чтобы что-то вдруг ему отказать, потому что человек обладал какой-то магией слова. Просто он сказал, просто без всякого пафоса: «Приди, Адам». Как это не прийти, понимаешь? Потому что, не знаю, вот его сам он себя олицетворял образ такого, какого-то такого, не знаю, какой-то монашеский на самом деле образ, как какой-то Достоевский, да, вот не всегда у него, вот к нему могло прилипнуть очень много каких-то прозвищ, да, вот, именно связанные с великими людьми. То есть настолько он был, насколько он находился где-то уже как бы где-то впереди вселенной, да, вот он, Христос. Да, вот как Христос, да, это, да, похоже, и не зря, наверное, его назвали таким святым именем, да, вот, ну, Адам, просто, ну, раз кого-то спрашиваешь, Адам, вот святое имя, да, на самом деле очень редкое имя, но тем не менее, этот человек, которого мы знаем, вот, он обладал таким даже именем, это уже о многом говорит, потому что он был похож на портрет Шекспира. Из мира сего, то есть он, на самом деле, поэтому он являлся сподвижником, вот, с таким замечательным, просто диким человеком. Что хочу сказать, буду короток, этот человек просто, невзирая на все его такие, то есть какие-то казусы, да, но он был настолько строг к публике, да, когда мы собирались, он, если что-то ему не понравилось, он мог быть резким, он мог очень резко поступить, кого-то там, ну, что-то такое вот, выплеснуть, какие-то свои эмоции, да. Но тем не менее, он настолько был милосердный, настолько был глубок в своих чувствах, что он мог сиюминутно спасти человека, но, потому что поскольку все люди слабы, и он тоже обладал какими-то своими слабостями, но, ну, вообще не со мной, у меня никогда не было с ним трения, я просто иногда увидел его эти выходы, да, я настолько был поражен, что неужели Адам может кого-то там крикнуть, сорваться, да? Для меня это было вообще шокирующим обстоятельством, ну и в то же время я так понял, что он человек всемогущий, любви обильный, настолько он любит людей, что благодаря ему мы здесь собрались в этом замечательном уголке, где проходят вот эти замечательные наши вечеринки. И вот моя мечта, моя, я думаю, что вы тоже согласитесь со мной, чтобы как бы вот эту вот эстафету кто-то поддержал, я не знаю, кем будет являться этот человек, но вот я думаю, что эстафета будет передана в достойные руки, и мы будем вновь собираться здесь и встречаться с такими замечательными, приятными людьми. Светлая память Адаму, пусть земля будет ему пухом. Относится к сегодняшнему дню. Стихотворение Валерия Скорого относится к сегодняшнему дню. Ну, пожалуйста, появляются изморозь на крышах машин. Я вступаю в картину, где краски и новый город. Если было что крикнуть, то поправит седой господин и закрасит все белым для нового жаркого гона. Я примерю крыло или лыжи и выйду на снег. И пойду полечу по бескрайней безудержной шире, и на чистом листе прочерчу, протопчу новый след. В те края и пределы, которые вы позабыли. А когда упаду и развеюсь по синим полям ослепительной россыпью белого хрусткого бега, в дни метели и вьюг будет слышаться вечное нам грустных наших напевах из боли и белого снега. Мы знакомы с Адамом с 1993 года. Ну, тут, конечно, нет слов ни у кого, чтобы никто не сказал, что это великий, знаменитый человек. А главное, что было еще не сказано, и я подчеркну, нет ему замены и не будет ему замены больше. Нет среди нас такого близкого
человеколюбивого человека, человека с большой буквы, друга с большой буквы, как Адам. Просто его нет и не будет. И никто на себя вот эту председательскую миссию, чтобы нас собирать вместе, как, извините, этих самых, ну я бы сейчас выразился, но не хочу, конечно. Потому что мы слишком все разобщенные, мы слишком все эгоисты. А он был человек, действительно, он был человек бескорыстным, которому не надо ни денег, ни почести, ни похвал, как любому руководителю нашему надо вот это самое. Побольше кармана набить, да, побольше известности и так далее, побольше выступить на телевидении, ему это не нужно было. У него были близкие друзья и близкие люди. И он их чувствовал, вот когда с ним я первый раз познакомился, я почувствовал, что он человек, который с ним вот имеет какое-то контактное общее поле, он к нему тянется, и он из всей людской большой массы выбирает именно своих друзей, которые действительно будут ему друзьями. И вот по сей день, пока его не стало, и все мы являемся друзьями Адама, понимаете? Вот. Поэтому Адам это гениальный, прежде всего, руководитель по сбору людей, совершенно разных, совершенно по-разному смотрящих на жизнь, на все аспекты нашей жизни, многогранные, понимаете? Вот. И, естественно, мы, конечно, в этом, может быть, виноваты, не виноваты, но мы в конце концов потеряли человека с большой буквы. Бога человека по имени Адам. Уже четвертый раз мы видим, собираемся, что провожаем наших близких друзей. В первую очередь я хочу сказать, простите на мой нерусскоязычный вариант. Пожалуйста. Да, я в первую очередь, коротко скажу, в первую очередь Свобода Павла, моя самая любимая женщина в мире. И никогда такого я, не увижу. Это только она для меня. Для меня она и больше ничего. Остальные, простите, пожалуйста, что я так, да? И, может быть, неграмотно говорю. Но там уже, вот видите, что уже перед нами глазами, что уже пошел аккордеонист, вот... Игорь, да. И потом еще... Галина Петровна. А еще вот у нас вот и Адам, которым мы недавно видели здесь, радовались. Да, даже кто подумает, что он от нас уйдет. Ну, давайте вот так. Я не могу говорить, но я хочу петь ту песню, которую я всегда пел, «За свободу Павла». Что она одна ушла от нас, и мы забыть никогда, невозможно его забыть. Давай. Я дому, она очень нравится. И это, да, и это идет в очереди. Вырвется. Is
Тихитянка, Севачет, Адасы. Как я внимаю этому просмотру. Никуда, никакой звонок. Может быть, это чудо было, то, что не звонил. И вот этот фильм я посмотрел. На меня до сих пор, уже прошло 5 лет, и до сих пор вот это вот живет в моем подсознании. То есть никакой киносеанс, ничего. Вот такие вот эпизоды. Ну, может, я немножко несуразно сказал, простите, просто вылилось и Я у него на квартире не смотрел первый раз, и не вот первый концерт в памяти Высоцкого. Это уникально, и потом он его показал на лице. Что не будет? А я вот у него зрителя. Я ему декларировал, помнишь, да, Неолетка? Разве он так радовался, улыбался, прям как будто вот сейчас он живой. И я продекларировал ему рождественский спич. Ну, сейчас в памяти это так приятно, но горько, что его нет. Как будто он сейчас живой. Вот здесь. А кому же этот стих? Рождественские песни, стихи я ему несколько прочитал. Не, я не найду сюда декларировал, я подойдем сам. Было ему очень приятно. А я вспомнил Есенина. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бредные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески, перед этим сожмом уходящим я не в силах скрыть своей тоски. Столько дум я в тишине продумал, столько песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся по траве и зверье, как братьев наших меньших никогда не бил по голове. Знаю я, что в той стране не будет сладких нитей, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною. Все памяти, да, Ульяновы, на Пушкинской день, потому что там я однократно выступал, и я думаю, там на свободному говорить-то я могу, я на хозяйке, на отрежество могли спокойно, значит, его вкрутить, уже пригласить артистов, как погромче, у меня громче, чем у меня, у кого голоса нет, надо просто уметь молчать. Все выпьют. Господа, я видел на наших встречах, я расстановил вполне громадство под электронную гитару. Адама я знаю, вот давно, наверное, с 97-го года. Потише,
пожалуйста, дайте сказать человеку. Как выяснилось, мой крестный папа, который основал Адама, наверное, годов 50-х. Вот, у них, наверное, есть какой-то архив, и, конечно, были какие-то фотографии, о которых мне неизвестно. Очень интересно было бы их найти, если будет такая возможность. Хочу сказать, что Адам был замечательным человеком и всегда был всех нас рад видеть. Он у меня в ВКонтакте в друзьях, и я увидел... Я увидел у него там записи о себе, любимые цитаты, такую фразу. Хороших людей на свете очень много, но они всегда очень заняты. И это как-то усиливает, по крайней мере, чувство моей вины, потому что я очень редко, исходя из своей работы, там многих дел, очень редко бывал здесь, когда он меня звал, он приходил, он был рад видеть. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы это дело продолжалось и жило. И я думаю, что он хотел, чтобы наши встречи продолжались. И поэтому, во-первых, светлая память Адаму, да, и также за... Давайте как бы не будем расставаться, и, конечно, это все грустно, но я надеюсь, что весь этот клуб попадет в хорошие руки, и наши дети продолжатся. Бодрячи! Вот. Ну, это, конечно, не к сегодняшнему дню разговор, да, вот, но тем не менее, да, были какие-то организации и так далее. Светлая память Адаму. Очень мало было. Господа, ну вы на заметите. Я Валерий Черепин. Валерий. Ну, в общем, получилось так, что вот Анатолий Чеплашкин меня пригласил сюда, и как раз 7 января мне вот повезло, посчастливилось здесь присутствовать. Мы пришли за час до начала, с Анатолием мы помогали Адаму. Вот этот стенд, который стоит, вот мы тут, я лично, вот, и вместе с Адамом, он вот показывал какую фотографию, куда пригнобить. И я посмотрел вот эти его фотографии, и портрет со Свободой Павловной был. В общем, и так немножко разговорились, и, в принципе, так, у него много было идей в голове. Например, он, как я понял, он хотел даже оперу поставить. Предлагал клавир, вот, смотри, клавир там оперный. Я все же не запомнил. И потом, когда уже после встречи мы с Анатолием опять немножко помогали, он сказал, что возьми телефон и позвони. Возьми Анатолия телефон. Но я протянул, вот мне... Думаю, успеется, но не успелось. Ну вот я написал песню, значит, сегодня петь нельзя, а можно только декламировать. Так я понимаю, да? Нет, почему? Ваше разрешение, я попрошу Владимира какую-то песню. Смело Рождество, Божьих высей предвестье, но под красью красной я не видел ножа, сквозь пары алкоголя я орал свои песни, лишь гордыней своей дорожа. Алкоголя, я орал свои песни, лишь гордыней своей дрожа. Свело величавое и не библейское, но глядел на меня молодой и старик. Он кому-то сказал, и по ним он кому-то сказал, что-то грубое, резкое, но тотчас же назад отыграл и по ним. Ой,
черной пляске цыган. Если слопан ты пьяна, кто-то крышу захлопнул, мне пить не сберет. Кто-то встал и прикрикнул на сборище пьяное и сказал, что больше сюда не ходу. Кто-то встал и прикрикнул на сборище пьяное и сказал, что больше сюда не ходу. А на стенде у входа придут фотографии, никотин повторялся виновником встреч. Не видал я ножа, но тут ваши эпитафии из подскатерти взял бы, превратившийся в меч. Не видал я ножа, но тут нож эпитафии из подскатерти взят был, превратившийся в меч. Но тот нож опустился, стал дамоклым гневным, кровавым мечом. И цыганский барон торжеством насладился и на жертв напоролся слепым жеребцом. И цыганский барон торжеством насладился и на жертв напоролся слепым жеребцом. Он свободен шел неразгаданной сказки, той, что матерью стала, стать его. И уход увенчала горячая песня цыганская, как последний в жизни его Рождество. И уход увенчала горячая песня цыганская, как последний в жизни его Рождество. Как Адам. Вы знаете, мне тяжело сказать слово «нет», когда я могу сказать слово «да», не преодолеть. То есть, если я вижу, что человеку надо помочь, что от меня что-то зависит, знаете, я всегда говорю «да», просто «да». Потому что я не могу сказать «нет». Это был питерский стиль. Я не знаю, питерский, питерский, потому что я блокадник. И, так сказать, знаете, единственный момент из жизни блокады, который мне, ну, мне тогда было, мне годик, может, меньше года. Удивительно, но мне говорят, что ты помнишь? Я говорю, ничего не помню, кроме одного маленького момента. А момент заключался в том, что темная комната, над столом склонились отец, мать и еще кто-то, потому что на Волховском фронте воевал, не отец. Начиная с Минской, дошел до Потсдама, до Берлина, 6 лет войны. Это единственный эпизод, который я помню. Остальное были воспоминания, потому что коммунальная квартира, 48 человек на канале ГБР, 71. И, знаете, нас было 16 еще детей в комнате, в смысле, в квартире. И, конечно, взрослым было тяжело с нами, но вместе с тем, вот эта война так объединила, да, ссорились там, богатство там, все это еще. Но вместе с тем люди
каждый из них жаждет выходили с клочины, из комнаты в комнату. Каждый хотел пригласить на кухне. Знаете, тот дух, который... Вот у Адама, он, я бы, насколько сейчас чувствую, и жил этим же духом. Поймите правильно, мы есть то, что нас с вами... Я могу просто сказать, этот клуб был замечательный. Мы сюда приходили для того, чтобы просто спустить пар, для того, чтобы увидеть друзей, для того, чтобы показать свои музыкальные новеллы. И каждый сюда приходил для того, чтобы быть личностью. И Адам собирал именно личности. А и простых людей тоже поднимал до уровня личности. И вот сейчас я вспоминаю это, и вот сейчас я пришел сюда, я здесь не был, допустим, 2 года, 3 года, неважно совершенно. А я здесь был много лет до этого. И мне кажется, что все сохранилось. И те люди, которые сюда приходят, они сохраняют это. И будут дальше сохранять. И будут помогать коллективам, авторам, поэтам, которые здесь хотят выступать. Поэтому вспомним человека, который нас объединял. Адам. Давайте,